Пикарейн Даймонд. Пикарейн Даймонд – средство для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля на основе технологии жидкого стекла. После нанесения средства на автомобиль твердость его поверхности увеличивается в 3 раза. Даже многократная автоматическая мойка не повлияет на внешний вид машины. Никаких микротрещин, матирования и досадных царапин. После нанесения состав сохраняет свои свойства в течение 3 лет, также обеспечивая защиту кузова от химических реагентов – соль, щелочь, кислоты и так далее. Предотвращает выцветание краски. Поверхность автомобиля приобретает способность водогрязи маслоотталкивания. В любую погоду ваш автомобиль будет выглядеть чище и ярче соседних машин. Пикарейн Даймонд надо наносить в теплом, сухом и защищенном от солнечного света помещении. Технология нанесения защитного покрытия требует профессионального подхода, проводится в несколько этапов и занимает порядка 6 часов. Сначала автомобиль необходимо вымыть. Затем обезжирить поверхность. Автомобиль должен быть абсолютно очищен от битумных капель, асфальтового налета, жиров различного происхождения. Лучше всего это сделать малярным обезжиривателем или изопропиловым спиртом. Устранить дефекты лакокрасочного покрытия при помощи механической полировки, высушить автомобиль. Губка и салфетка комплектуются вместе со средством. Капаем на губку пол колпачка и наносим на вот такой вот примерно участок пол квадратных метра. После чего, используя салфетку, круговыми движениями полируем эту часть до появления блеска. И точно так же участками обрабатываем весь автомобиль. Теперь надо дать машине постоять в помещении в течение 6 часов, чтобы Пикарейн Даймонд кристаллизировался. После этого можно ехать. Внимание! Важно! В течение первых 2 недель после обработки запрещается мыть машину с применением автохимии и прочих моющих средств. Только чистой водой. На выходе вы получаете яркий и эффектный автомобиль. Пикарейн Даймонд. Применяйте и наслаждайтесь результатом.